Тоже мы смотрим, как изделие смотрится, и окончательные примерочки, и какие-то доработки мы здесь доделываем. Свой путь от швеи до основателя бренда Регина Рагимова начала в 2013 году. В декретном отпуске шила вещи для себя. Плавно хобби переросло в собственное дело. На ее производство теперь шьют классическую одежду, куртки и платья. Сейчас предпринимательница готовит к открытию новый цех, и ей требуются специалисты. Моя покупательница – богиня. Я ее вообще всегда ценю, люблю, и своих же менеджеров я всегда философию такую для них объясняю, внушаю, рассказываю о том, что наш клиент – это уникальный человек. Она у нас самая прекрасная, уникальная, самая красивая, и мы хотим чуть-чуть сделать ее более счастливой, чем она есть. Стоит отметить, что в Челнах уделяется большое внимание местным производителям. Многие представители легкой промышленности сегодня оказались в непростой ситуации. Не хватает профессиональных швей и конструкторов одежды. А что касается закупок тканей и других необходимых материалов, то с этим сейчас проблем нет, отмечают в исполкоме. Многие, мы знаем, где-то одежду закупают. Многие выписывают эту одежду через маркетплейсы. Это сейчас уже стало нормой. Но есть индивидуальный пошив, который могут сделать здесь, у нас, в городе, не нужно никуда ездить. Но об этих компаниях не все знают. Ранее в Россию фурнитуру и сырье для производства ткани привозили из ряда европейских стран. Сейчас многие предприниматели сменили поставщиков. К примеру, ткани, которые уходят с российского рынка, заменяют на материалы из других стран. Кристина Балабанова, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ.